Восточное партнерство ЕС было создано в 2009 году с целью укрепления политических и экономических связей между Европейским Союзом и его восточными странами-соседями. Каждый год катастрофы, вызываемые стихийными и промышленными угрозами, уносят сотни человеческих жизней, разрушают тысячи домов и причиняют потерь на миллионы евро. Большинство этих потерь можно было бы предотвратить, и большинство жизней можно было бы спасти. Финансируемая Европейским Союзом программа по предотвращению, подготовке и реагированию на антропогенные стихийные бедствия в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдове и Украине является флагманской инициативой Восточного партнерства, направленной на развитие потенциала систем гражданской защиты стран-партнеров, а также сближение их с механизмом гражданской защиты ЕС. Looking at the results, let's look at the objectives first. The objectives of this program was very much to strengthen partner countries' responsibilities within the Eastern Partnership. To either prevent or, if need be, to respond to natural and or man-made disasters. And against this objective, I think we have three broad strands where we did register very good results. The one is the reinforced cooperation between the EU crisis response mechanism and national mechanisms in response. The second and also very much important aspect of that was the visibly reinforced regional cooperation. And if I now look that countries like Belarus, Ukraine, and Moldova freely exchange policies on that important aspect, that by itself is a very important achievement. Thirdly, also, it was very good to register that we have growing alignment to EU-based practices, and notably to know that a directive, for instance, like the EU Seveso Directive on industrial accidents, is now being mainstreamed into national policies all the way from Belarus in the north all the way down to Azerbaijan. And it's particularly on that angle, namely the continued approximation to EU-based legislative and organizational practice, where we would like also to focus our future cooperation with these partners in the framework of the Eastern Partnership. Электронный региональный атлас рисков PPRD East является инструментом на основе интернет, разработанным для повышения осведомленности о подверженности рискам катастроф и определения приоритетов для инвестиций по снижению рисков катастроф. В этом атласе хранятся данные об угрозах, уязвимости и критической инфраструктуре, а также сделана оценка потенциального влияния катастроф. Он позволяет также осуществлять мониторинг угроз в режиме реального времени и составлять карты рисков для землетрясений, наводнений, оползней, крупных пожаров и технологических катастроф. Следует отметить, что работы по расчетам вероятных последствий различных бедствий, природных аварий, катастроф с использованием GIS-систем велись у нас и раньше. Однако с поддержкой программы PPRD East появилась возможность систематизации этих работ и их визуализации. Появилась возможность многогранного моделирования. Я думаю, это, в свою очередь, поможет в определении приоритетов стратегии управления риском. Деятельность по созданию потенциала гражданской защиты в рамках PPRD East включала значительный портфель информационных мероприятий, учебных поездок и коммуникационных тестов с Европейским механизмом гражданской защиты, тренинги по гражданской защите и командно-штабные учения, а также занятия по моделированию способствовали обмену опытом в управлении катастрофами и эффективными практиками гражданской защиты. На основе рекомендаций в сфере национальных законодательств и ведомственных структур по управлению рисками катастроф были получены важные достижения в системах гражданской защиты стран-партнеров. Благодаря тренингам по гражданской защите и командно-штабным учениям в рамках программы PPRD East специалисты гражданской защиты Грузии получили практические знания для запроса и получения необходимой помощи через Европейский механизм гражданской защиты. Республика Беларусь принимала активное участие в обмене опытом и лучшими практиками в рамках программы PPRD East Восточного партнерства как со странами-участницами, так и с государствами Европейского Союза. Накопленный опыт, например, в рамках семинаров по директиве ЕС-Севеса, позволит Белоруссии и другим странам в значительной степени повысить свой потенциал по готовности к реагированию на химические аварии на промышленных потенциально опасных объектах.
В рамках программы PPRD East были разработаны и распространены инновационные средства повышения осведомленности, семейное пособие по чрезвычайным ситуациям, плакат о пожарной безопасности для школьников и социальное видео. Программа была также создана первая сеть журналистов, освещающих чрезвычайные ситуации, и проведены кампании по повышению осведомленности общественности, направленные на культуру безопасного поведения во всех 6 странах-партнерах. Мы получили очень важную поддержку от программы PPRD East в сфере повышения осведомленности нашего населения. Это пособие для семьи на румынском языке и оригинальный интерактивный постер для школьников. 8 молдавских журналистов приняли активное участие в мероприятии программы. Прекрасный социальный видеоролик о пожарной безопасности транслируется на телеканале и в сети общественного транспорта в Кишиневе. Наша благодарность за это программе PPRD East. Региональные та субрегиональные зустрічі, семінари, навчання в рамках програми PPRD East зробили новий поштовх для розвитку співробітництва як на двосторонньому рівні, так і між країнами східного партнерства. Activities implemented within the framework of the program have been beneficial to Azerbaijan. Electronic regional risk atlas is important in terms of exchanging information on natural and man-made disasters between partner countries and sharing best practices on new technologies and innovative methodologies. Awareness-raising initiatives have been a good contribution to the respective activities of the ministry in this field. Civil protection trainings and tabletop exercises will have a positive impact on capacity-building actions and cooperation with the EU civil protection mechanism. The PPRD program has developed an in-depth knowledge of risk exposure in the EU Eastern Partnership region and created a solid ground for collaborative actions in the field of disaster risk management. It is now time for consolidating the progress achieved and to advance the already established cooperation between the partner countries and the European Union to the next level. Растущее влияние антропогенных и стихийных катастроф на людей, общины и экономики требует улучшения устойчивости, дальнейшего развития национальных систем управления катастрофами, а также расширенного двустороннего, регионального и международного сотрудничества. Объединение потенциала гражданской защиты и управления рисками катастроф ЕС и стран Восточного партнерства способствует взаимной ответственности за стабильность, безопасность и процветание Европейского союза, стран-партнеров и всего европейского континента.